К чему пришла страна после смуты? Избрание на царство 16-летнего Миши Романова в 1613 году. По-похабному, в буквальном смысле, как брески, похабному миру с Польшей, мы отдали Речи Посполитой Смоленск и почти всю территорию современной Смоленской и Черниговской области. Еще отдали кусочек Псковской, Брянской и даже Калужской областей. На этом направлении Россия скукожилась практически до времени Ивана III. На северо-западе, по не менее похабному миру с Швецией, наша страна на долгие годы оказалась впервые в своей истории отрезана от Балтийского моря. Плюс к этому мы потеряли еще земли по западу и северу Ладожского озера. Это бывшие новгородские земли, которые испокон веков от первых князей принадлежали Новгороду, заселенные мирными племенами карел.